Меня зовут Антон, и я занимаюсь декоративной штукатуркой в городе Донецк. Сегодня хочу вам показать уже готовое решение в интерьере. Это стена 10 метров квадратных, это имитация мрамора уже на объеме. Здесь я не то чтобы снимал именно весь процесс, я просто фотографировал, как это шло по этапам, и уже заснял в конце готовое решение. Кому будет интересно узнать технику нанесения, у меня на канале уже есть подробные видео, как я объясняю, как делать это на... делать саму эту имитацию мрамора, так что переходите по ссылке в описании, там уже будет все указано, либо на канале у меня, посмотрите, есть ролики имитация мрамора с прожилками, либо имитация мрамора обычная, то есть там все конкретно, я четко объясняю, что и как нужно делать по этапам. Хочу сразу сказать всем огромное спасибо, мне очень приятно действительно, что вы подписываетесь на канал, смотрите ролики, ставите лайки, дизлайки, для меня ваше мнение очень важно, то есть это для меня дает стимул снимать дальше, показывать вам разные решения в интерьере, делать новые образцы, объяснять, рассказывать что да как. То есть спасибо еще раз огромное, действительно очень приятно, буду стараться делать для вас дальше. Итак, что я хотел сказать еще? Напоминаю, что кто хочет, в прошлых роликах мы разыгрывали воск для медицинской штукатурки. То есть напоминаю, акция, как я и говорил, сама акция с 1 по 5 сентября будет розыгрыш воска. Напоминаю, что нужно было сделать под роликом... декоративная шуба из обычной шпаклевки. Нужно было просто, чтобы участвовать в данной акции, надо написать под этим роликом просто любой комментарий. И это означает, что быть подписчиком данного канала, и это будет означать, что вы участвуете в акции. То есть с 1 по 5 сентября мы разыграем воск. Да, друзья, есть две новости сразу. Первое, это мы продолжаем разыгрывать воск для венецианской штукатурки. Литр воска... получит тот, кто сделает условия какие. То есть нужно быть подписчиком данного канала и написать любой комментарий под данным роликом. И ждать с 25 по 30 сентября, где-то приблизительно в этих цифрах, мы разыграем, узнаем победителя данной акции. И вторая акция, это... конкретно в ней могут участвовать только жители Донецкой области, ну, Донецка точнее. Что я хочу сделать в этой акции? То есть я хочу разыграть... нанесение имитации мрамора, вот то, что вы видели в данном ролике, увидите, точнее, в данном ролике, то есть сделать одну стенку полностью за свой счет, это материалы и сама работа, то есть какое, что нужно для этого сделать, чтобы участвовать в акции. Вам нужно быть обязательно жителем из города Донецк и написать под данным роликом, быть подписчиком данного канала, опять же, и написать любой комментарий, точнее не любой комментарий, а написать «Донецк» и слово «участвую». То есть за счет этого я буду понимать, что вы находитесь в Донецке, и из этих людей я буду выбирать уже конкретно победителя. То есть мы это сделаем с вами, чтобы это было все по-честному. То есть, опять же, напоминаю, чтобы сделать, чтобы участвовать в данной акции, нужно написать слово «Донецк» и «участвую». И акция будет происходить где-то в октябре, точных числах я еще не знаю. Посмотрим, там просто от загруженности моей по работе. То есть, в принципе, вот такие акции на сегодняшний день. Итак, друзья, присаживаемся поудобнее, начинаем смотреть ролик. Спасибо всем, еще раз.